Всем привет, с вами Виктория Кроку. Сегодня я снимаю видео покупки из зоомагазина. Вы все, наверное, заждались этого видео, так как последние мои 4 видео были о канцелярии. И я думаю, что теперь пришло время уже снять видео о собаках. Первый, самый главный моя покупка был корм Акана. На него я буду переводить Шарлотту. Я смотрела очень долго в зоомагазине все корма, самые хорошие, которые я выписала в список. Я смотрела Хиллс, но самое большое содержание мяса было в Акане. Это для щенков мелких пород, все как положено. Очень красивая упаковка, голубая, мне она безумно нравится. Мы сейчас кормимся, кстати, пропланом. Вот этим кормом. Шарлотта его не очень охотно ест, так как там всего 23% мяса, а тут более 50%, но я там читала, сейчас забыла уже. В общем, тут 60% получается курицы, 20% фруктов и овощей, и еще там чего-то, в общем, все то, что нужно собакам. Корм это достаточно дорогой, то есть 3 килограмма корма стоит 1800. По-моему, я точно не помню, но вот где-то так. Я буду переводить постепенно, в общем, как положено. Сначала по чуть-чуть класть, потом четвертинку, потом половинку, потом более половины. И потом я уже переведу и буду класть ей целую миску вот этого вот корма. Всем советую этот корм, потому что меня спрашивали, на какой корм можно перевести. Вот, здесь все по-русски написано, можете прочесть. Мясо цыпленка 33%, резанный овес, куриный жир, мясо цыпленка без костей, цельный картофель, горох, цельные яйца, филе камбалы, люцерна, куриная печень, жиры сельди, клетчатка гороха, цельные яблоки, груши, сладкий картофель, тыква, пастернак, морковь, шпинат, клюква, черника, корень цикория, лаванда и так далее. В общем, да, я знаю, что картошку собакам нельзя, но все-таки корма для собак не дураки производят, поэтому тут все, что нужно. Я взяла практически самый дорогой корм, который там был, 340 грамм. Он стоил у меня, по-моему, 300 рублей, насколько я помню. Вот тут все написано, сколько нужно давать. Но у Шарлотты корм всегда в свободном доступе, она не обжора, она никогда не съест целую миску корма. Она поела, сколько ей нужно, поклевала и все, в общем. На этот корм я буду ее переводить, когда у нас половина пачки проплана останется, я уже буду подсыпать Акану и полностью переводить на него. Пока взяла такую маленькую, попозже я буду уже брать большую пачку по 3 килограмма. Мне очень хотелось новую миску для Шарлотты, купить что-нибудь новенькое, в новинку. Это Дисней с кошечкой Мэри, очень красивая, выбирала я по своему вкусу. Она оказалась очень дорогая, 180 рублей, но я все равно взяла розовенькая, такая с кошечками. Очень-очень милая, сзади, что самое главное, снизу прорезинена, чтобы мисочка не скользила, для корма, скорее всего. 250 мл, миска из нержавеющей стали. Очень хорошая, алюминиевая, в общем, я ей довольна. Сейчас я ее поставлю, насыплю туда корм, и вот теперь у нас новая мисочка. Я купила очень много консерв. Самая главная, самая дорогая, это консерва Анимода для щенков с говядиной и домашней птицей. Она стоила 90 рублей по скидке. Здесь 150 грамм, ее я дам на Шарлотте на полгода, это будет 15 августа. Я уезжаю в августе, почти на весь август, и поэтому Шарлотта останется с моей мамой. Я все это купила, чтобы маме не надо было бегать в зоомагазин. И это ей уже на целый месяц хватит. В общем, вот это вот я дам ей на полгода. Если я не успею, даст мама. Очень хорошая консерва. Тут шикарный состав, можете прочитать. Всем такую советую. Она отлично пахнет мясом. Я очень много консерв нюхала собачек, потому что я много их в Шарлотте покупаю. Вот это самое лучшее. Шарлотта ее лучше всего ест. Дальше я купила консерву Happy Dog с кроликом. Для собак с чувствительным пищеварением написано. С кроликом мы никогда еще не брали консерву. Состав тут достаточно нормальный, как вы можете прочесть. Стоило всего 55 рублей, то есть сравнительно дешевле, чем вот это вот, хотя там одинаковый объем. Но это просто мы ее будем давать, а это на день рождения, как бы есть разница. Дальше от Мнямс я купила Касуэлу по-мадридски. Очень много из этой серии там есть, можете посмотреть, я вам сейчас ставлю фотографию. Мы взяли с кроликом и овощами, потому что это самое нормальное, я считаю, потому что остальные там с перцем были, с каким-то там. Вот состав, кому интересно, можете прочитать, не буду говорить, потому что кому-то неинтересно. От Мнямс вообще фирма, мне это очень нравится, Шарлотта ее любит, поэтому взяла такой миленький Йорк нарисован. Быстренько вам покажу вот эту вот пачку от Сидбит, потому что Шарлотта ее сейчас просто замусолила. Это баранья легкая, состав легкая баранья, стоила эта упаковка 80 рублей, по-моему, удаляет зубной налет, сокращает целостность мебели, обувь, улучшает пищеварение. Шарлотта очень любит легкое, особенно говяжье, баранья ей не давал, но ветеринар, когда ей стригли когти, ей дали такое баранье, она его очень хорошо ела, я решила купить, поэтому я сейчас его уберу подальше. Также по скидке был пауч от Royal Canin для щенков, я решила взять для собак с активным образом жизни, проживающих в городских условиях. У Шарлотты очень активный образ жизни, она очень много бегает, мы очень много гуляем, ходим, она также еще занимается, вы знаете, на agility. Ингредиенты тут нормальные. Также я взяла для бездомных кошек, вы все знаете, в прошлом выпуске я вам тоже показывала, я брала такие подушечки. Вот я снова взяла, это у нас здоровые зубы с витаминами, Мнямс. Кошкам, кстати, нравится, я давала, вот состав. Стоят они у нас по 80 рублей. И также здоровая кожа и шерсть я купила, это новые у нас. Пиццы говядины, ростки пшеницы, семена льна, цинк, хрустящие подушечки с начинкой. И вот состав, кому интересно.
хорошие подушечки, это выглядит как корм, вот это вот именно подушечки с начинкой внутри. Кошки их просто обожают, не знаю, может быть только бездомные. Но вот наши любимые фирмы Мнямс, мы купили вот такие вот мясные спиральки для собак, это ассорти для чистки зубов. У нее очень сильно начали резаться зубы, так как ей почти полгода, скоро уже вылезут коренные у нас. А тут злаки, мяса, конечно, не так много. Растительное происхождение, экстракт растительных белков, масла, жиры. Но я думаю, что почесать зубки будет просто идеально, тем более стоили такие 120 рублей, спиральки достаточно большие. Для маленьких собак можно на 4 раза порезать даже. Для зубов, так как Снеки, отбив Шарлотта, вообще ни в какую не ест, они ей не нравятся, кстати, вот она будет кушать и надеюсь, что ей понравится. От Тигбит я купила сырные шарики со вкусом говядины, лакомый кусочек. Стоили они 70 рублей, Шарлотта их просто обожает. Мы ими и дрессируемся, просто так я ей даю, она очень радостно их ест, то есть печеньки от Тигбит она вообще не любит, а такие сырные шарики обожает, лучше я буду брать их. Кстати, не советую брать с говядиной, потому что там говядины нет, там чисто просто вкус ароматическая добавка, лучше брать просто сыр, она натуральная и в принципе на вкус она будет такая же, просто без ароматизатора. Вот, всем советую. В следующий раз возьму просто сырные, Шарлотта их любит, я буду их дальше брать. Кстати, говорят, что они могут содержаться только 7 дней с открытой упаковкой. Ну, не знаю, я открыла 3 дня назад, по-моему. Здесь не так уж и много их в упаковке, можно, наверное, за 7 дней скормить, но я не буду. Так как у нас закончилась любая нарезка, я купила деревенских лакомств нарезку говядины. Стоят они у нас 118 рублей для мини-пород. Здесь 60 грамм упаковки, Шарлотта их просто обожает. Ей по весу можно 2 штуки. Я вам уже 1000 раз их показывала, у них все отлично в составе и вообще. Одна девочка мне в посылке прислала такие вот куриные ножки. Шарлотте они очень понравились, я решила купить целую упаковку. Кстати, видео о письмах скоро будет, там я покажу эту посылочку, но пока показываю свои покупки. Такие вот куриные ножки от Tidbit, они стоили 80 рублей. Состав лапки куриные. Тоже улучшает работу ЖКТ, отвлекает собаку от желания обуви грызть, удаляет налет зубов, укрепляет десна. Здесь 4 штучки, они такие маленькие, там были также побольше, я взяла самый маленький размер, чтобы Шарлотте было удобнее. Из игрушек я купила такую вот рыбку, она стоила всего 80 рублей, очень круто пищит. Шарлотта очень любит ее грызть, играть, вообще ей нравятся такие игрушки и мягкий латекс, что Шарлотта любит. Нам подарили вот такую вот штуку от Triol. Шарлотта у меня очень любит тканевые игрушки такие тряпочные, это на колечки, таких вот 2 завитушки тряпочных. Зелененького цвета, у нас что-то похоже было, я вам в прошлых покупках показывала. Это кольцо с 2 веревками, ручками на 12 сантиметров. Шарлотта очень у меня любит тряпки, она очень сильная тряпочница, носки всякие и тому подобное, футболки, если валяются, как бы может погрызть. Ей очень нравятся тряпочки, поэтому нам вот подарили такую штуку. Шарлотте она очень нравится. И также уже сама от фирмы Triol я купила игрушку из нейлона для собак утка 400 мм. Вообще ее выбрала Шарлотта. Она просто ее схватила в зоомагазине. Я всегда, я, как уже говорила, с ней в зоомагазины хожу. Она сама выбирает, что ей нравится. И вот так вот не отпускала. При том, что она, во-первых, шуршит, что Шарлотте нравится. Во-вторых, тут куча пищалок, что Шарлотта тоже обожает. Нет, не куча, тут 2 пищалки на крылышках. Шарлотта любит пищалки. И также вот эта тряпочка, которую Шарлотта тоже любит. В общем, тут прям 3 в одном. Это любимая Шарлоттина игрушка теперь, она с ней очень много играет, но я не отрывала ярлык, чтобы показать вам. Это были все покупки, надеюсь, они вам понравились. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, ждите следующих видео о канцелярии, о собаках, в общем, все, какие вы хотите, я обязательно буду снимать. Всем пока!